21 декабря 1891 года. День рождения баскетбола, состоялся первый в истории баскетбольный матч. 21 декабря 1891 года в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс, США, состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нисмитом. Правила игры, которые написал Нисмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола. Перед матчем Нисмит попросил сторожа принести две пустые коробки, чтобы учащиеся, тренируясь в меткости, смогли бросать в них мячи. Однако, не найдя коробок, сторож принес корзинки из-под персиков. Их прикрепили на разных сторонах балкона. Опоясывающий газал на высоте 3 метра 0,5 сантиметров. В первой игре приняли участие две команды по 9 человек. Постепенно популярность новой игры стала набирать обороты. В 1893 году корзины заменили железными кольцами с сеткой. В 1894 году в США были изданы первые официальные правила баскетбола. В 1895 году установили щиты и провели первые официальные соревнования по этому виду спорта. В 1897 году состав команды ограничили 5 игроками. В 1920-е годы начинают активно создаваться национальные федерации баскетбола, проводятся первые международные встречи. В 1919 году состоялся баскетбольный турнир между армейскими командами США, Италии и Франции. В 1932 году в Женеве была создана Международная федерация.